Рабочая группа по приему и проверке документов избирательной комиссии Ульяновской области приняла документы от временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Русских для участия в выборах на пост главы региона. Ранее, 26 июня, его кандидатура была одобрена единогласно участниками конференции Ульяновского регионального обкома КПРФ. Только что я подтвердил свое желание участвовать в предстоящих выборах. Для меня это огромная ответственность и для меня лично, и перед президентом, который доверил мне временно исполнять обязанности губернатора. Это и большая ответственность перед моей партией, которую я представляю. Буду разговаривать с народом, готов отвечать на их вопросы. Именно они лучше всех знают истинное положение дел в Ульяновской области. На их мнение я и буду опираться в разработке своей избирательной кампании и программы. Согласно региональному закону, кандидаты на должность губернатора могут быть выдвинуты только партиями. Самовыдвижение не предусмотрено. На сегодня уже известно, что многие региональные отделения партии не выдвигают своих кандидатов, а поддерживают Алексея Русских. Мы поддерживаем кандидатуру Алексея Юрьевича Русских. За то время, пока мы с ним общались, нам удалось достигнуть определенной договоренности, чтобы те программы, которые у нас существуют в Ульяновской области по поддержке предпринимателей, по их защите, они были продолжены. И, конечно, такой губернатор, который будет поддерживать бизнес, это губернатор, который поддерживается партией «Рост». Не исключение партия «Зеленая альтернатива». Послушав Алексея Юрьевича, мне он показался честным и искренним человеком, настроенным не на слова, а на дело. Мы полностью ему доверяем, на самом деле, и нам с ним по пути. Мы должны создавать благоприятные условия для людей, независимо от партии, кто это, коммунисты, ЛДПР или наша зеленая альтернатива. Политическая партия «Гражданская платформа» тоже приняла решение не выдвигать своего кандидата в губернаторы Ульяновской области. Посвящавшись, мы приняли решение поддержать Алексея Юрьевича Русских. Связано это решение с тем, что, по нашему мнению, необходима консолидация всех политических сил вокруг проблем Ульяновской области. Ульяновской области необходим крепкий управленец, коим для нас является Алексей Юрьевич. Мы же, как партия, решили сконцентрироваться на проведении кампании в Государственную Думу, где мы выдвигаем двух кандидатов по округам и списочную часть. После процедуры выдвижения кандидаты вправе осуществлять сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. 28 июня также подали документы на участие в выборах губернатора еще два кандидата. Председатель Ульяновского отделения партии «Родина» Ильдар Габитов и представитель партии «Новые люди» Светлана Горева. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.